Приветствую вас, дамы и господа. Хочу сделать такой микс. Значит, политика и наркология. Ну вот, ставьте прямо сейчас лайк, а когда закончу, напишите в комментариях, получилось или нет, или понравилось или нет. Ну, короче, поехали. Сейчас наблюдаю за развитием ситуации в городе Владивостоке. О боже, потоп возле стадиона «Динамо», там, в общем, улицы залиты и так далее. Тут сразу же, значит, украинцы хватают эту тему и, о боже, кара небесная настигла. Это кара небесная настигает большинство городов России, вот, когда проходит ливень. Что в Сочи я жил, что во Владивостоке, что в Крыму, что в Москве, потопы. Это реально. И кара небесная. Российские жители. Это не вот эти вот потопы или природные явления. Нет. Это их поведение. А их поведение зависимо. Понимаете? Их научили быть зависимыми. От всякой херни. Быть бесправными. Молчаливыми и деградировали. Вот и все. Вот это их кара. Их кара – это деградация. Все. Ну, уже давно как бы все, кто хотел, это понял. Меня удивляет другая ситуация. Ребята, украинцы, с большой любовью сейчас это к вам говорю. Полтора года идет война. Я понимаю, первое время вы там с ними общались, но когда я сейчас слышу, дайте мне этих русских, я их там раз-ды-ды-ды-ды, бегают по стримах, выискивают, рассказывают, кто они такие, что они делают неправильно, что им дальше делать. Ребята, вы поймите, эти люди зависимы, а зависимость это пандемия, инфекция. И когда вы начинаете с ними общаться, вы заражаетесь этой инфекцией. Вы заражаетесь зависимостью. Вы заражаетесь, цепляетесь за эту энергетику. Несете эту энергетику дальше. В свое общество. Несете эту энергетику в свои семьи. Оно вам надо. Подумайте. Ну правда, нахера?